В этот день в Центре культуры и молодежной политики Десногорска было особенно многолюдно. Учащиеся дошкольных учреждений готовились представить на суд публики и жюри свои творческие номера. Вокал, хореография и художественное чтение – дисциплины, где достойно выступить может не каждый взрослый. Сегодня на этой сцене будут проходить чудеса. И создателями этих чудес будут самые юные, самые замечательные, самые талантливые. Это вы, наши дети! Фестиваль организован при поддержке главы города Андрея Шубина, директора Смоленской атомной электростанции Павла Лубенского и председателя первичной профсоюзной организации Смоленская АЭС Юрия Кузнецова. Оценивала конкурсантов авторитетное жюри под председательством ведущего специалиста, инспектора по делам молодежи Марии Рвачевой. Сегодня нашим участникам предстоит посоревноваться за дипломы лауреатов первой, второй и третьей степени в каждой номинации и в каждой возрастной группе, а также за самый главный приз – гран-при. Концертную программу открыли самые юные участники. Под бурные аплодисменты конкурсанты прочитали стихотворение в номинации «Художественное чтение». Выступление юных артистов вызывает в первую очередь умиление, но нельзя было не отметить их серьезный настрой к работе на сцене. Воспитанники детских садов «Ласточка», «Дюймовочка», «Чебурашка», «Ивушка», «Аленка», «Теремок» и детского дома творчества продолжили творческую эстафету в номинации «Вокал и хореография». Фееричное незабываемое шоу. Таким запомнится зрителям фестиваль «Зажги свою звезду». Это уникальное явление культурной жизни города в очередной раз привлекло юные таланты, в том числе и детей с ограниченными возможностями. Все просто. Люби других, как самого себя. И больше ровно ничего не надо. Илья Иванов при поддержке неравнодушных людей борется со своим недугом. Совсем скоро мальчик продолжит долгожданное лечение, в том числе благодаря десногорцам. Финал конкурса пришелся по вкусу всем. Памятный диплом получил каждый участник фестиваля. А гран-при конкурса присудили танцевальной группе «Искры» детского сада «Теремок». Приз зрительских симпатий достался детскому дому творчества. Все победители конкурса примут участие в городской праздничной программе, посвященной Дню защиты детей, которая состоится в Десногорске 1 июня. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.